Стихи Сергею Каинскому. Они не пишутся под вечер, они не слышатся в тиши, огнем их дьявол изувечил, когда взрастил на дне души. Они находка для злодея, слепая копия страстей, в них стынет ужас и немеют рыданья будущих детей. Он говорил, кругом с карнизов сочилась талая вода, и вдруг, чтоб смолкнуть навсегда, сказал, как будто бросил вызов: «Господь, прости мои грехи, я продал душу за стихи». Gracias.